С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Режиссер Александр Сокуров получил главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» за свой фильм «Фауст», завершающий историческую тетралогию о власти и людях, в которую также входят Молох, Телец и Солнце. Глава жюри Даррен Ароновский, вручая приз, сказал, что «Фауст» из тех фильмов, после просмотра которых меняется каждый. Сам Сокуров был взволнован и, с трудом подбирая слова, поблагодарил всех, кто помогал, а также зрителей, за терпение и доверие. Еще один приз фестиваля ушел в Китай, а именно Кубок Вольпи за лучшую женскую роль актрисе Динь Ип. Она сыграла в фильме «Простая жизнь» режиссера Эн Хой домработницу, 62 года прослужившую в семье гонконгского продюсера, реально существовавшего человека. Европейцам уделили совсем мало призов. Заслуженно, по мнению критиков, лучшим актером стал ирландец Майкл Фассбендер. В конкурсе показали сразу два фильма с его участием. «Стыд» Стива Маккуина, где он сыграл сексуально одержимого жителя Нью-Йорка, и «Опасные связи» Дэвида Кроненберга, где ему пришлось стать Юнгом.